Здоров, пацаны, с вами Гриша Яблоножка, и вы на канале Четкий Паца. На канал давно не выходили видосы со мной, потому что у меня не было времени. Но сейчас, пока я отлучился на минуточку в туалет и покакал, я успел снять качественный контент специально для вас. Сидеть на унитазе и разговаривать с сотнями тысяч немного некультурно, поэтому я пересяду на стул. Вот. Так-то уже культурно. Сегодняшний выпуск дался мне нелегко, так как снять видео про туалет и не сделать его противным довольно-таки сложно. Кстати, после видео напишите мне в комментариях, получилось у меня или нет. Так что представляю вашему вниманию видео «Типы людей в туалете». Извините. Фу, идиот. Ой-ой-ой. Извините. Я тут каждый четверг, если что. Заходи. Гопник. Фу, туалет. Фу. О, параша. О. Грязно. Росомаха? Ой, чувак, еще 5 минут, хорошо, 5 минут. Ну, 5 минут, так 5 минут, окей. Ну все, уже прошло 3 минуты. 3-5, какая разница? Надо убраться в туалете. Чё орёшь? Ноги подними. Ну вот такой получился видос. Если ты посмеялся хотя бы один раз, то поставь лайк под этим видео, я буду знать, что не зря придумал всю эту сраную дичь. Кстати, вчера я пытался снять типы людей в тюрьме, и у меня вообще не получилось. Если тебе интересно знать почему, вот, ссылочка тут, Инстаграм. Первое видео, которое там в списке, увидишь почему. Ну и подписывайся на канал, чтобы не пропускать следующие видосы.